Единственный способ для Молдовы стать частью Евросоюза – это объединение с Румынией, считает экс-президент соседней страны Троян Басеску. Он напомнил, какие гигантские дипломатические усилия были предприняты в бытность его президентства, чтобы Молдова в пакете с государствами Западных Балкан получила перспективу вступления в ЕС. Но ответ категоричен не только из Брюсселя, но также из-за океана. Вопрос интеграции республики в Евросоюз никем не принимается, независимо от того, какая политическая власть в Кишиневе. Единственное решение – это объединение с Румынией, сказал Басеску, который руководил этой страной с 2004 по 2014 год. По его словам, Хельсинский заключительный акт 1975 года позволяет менять границы в Европе в результате политических переговоров и взаимопонимания. И именно таким образом удалось воссоединить Германию, отделить Чехию от Словакии и создать для Словении коридор для доступа к Адриатике. Это, по словам Басеску, означает, что в Молдове парламент мог бы проголосовать за объединение с Румынией, как это было в 1918 году, или путем организации референдума с участием граждан республики и Румынии. Это единственное политическое решение для Молдовы стать частью Евросоюза. В противном случае в течение последующих как минимум 40 лет границы ЕС и НАТО будут проходить по пруту, сказал Басеску, являющийся также почетным председателем Молдавской партии народного единства.